Любители рыбной ловли открыли сезон весенней рыбалки. Инспекторы ГИМС проводят рейды и напоминают им об основных мерах безопасности, которые должен соблюдать каждый рыболов на водоеме. Наша съемочная группа отправилась в рейд с инспекторами ГИМС, которые в усиленном режиме сейчас следят за безопасностью на водоемах. Ранняя весна вмешалась в планы инспекции по маломерным судам. Прежде подобные рейды спасатели начинали проводить только в апреле, а сейчас каждый день на счету. Плюсовая температура стала причиной хорошего улова. Рыба ищет пропитание. А потому от желающих поймать увесистого леща с каждым днем становится все больше. Рыбаки, рискуя жизнями, пытаются по последнему льду половить рыбу, но зачастую исход крайне печальный. Сейчас в северных районах, это Весегонский район, Бежецкий район, еще на отдельных водоемах лед стоит. Однако он имеет очень неоднородный состав свой, везде промоины. Тем не менее, люди еще выходят на лед и пытаются там половить по последнему льду рыбу. Однако уже за последнее время, у нас в конце февраля, произошли трагические случаи. Это на Вышневолодском водохранилище, где два человека погибли, передвигаясь на мотобуксировщику, провалившись в полынью. Также погибли люди у нас в Кимрском районе в конце февраля. И один человек в городе Твери на реке Тьмак, который после употребления спиртных напитков вышел на лед, решил устроить проваду, провалился и утонул. Катер, лодка или судно на воздушной подушке. Сейчас это единственная возможность выходить на воду безопасно. Даже если по краям остается тонкий лед, он едва ли выдержит даже несколько килограммов. Рыбакам уже категорически нельзя выходить на лед там, где он есть. Можно рыбачить лишь с берега, соблюдая правила рыболовства. К слову, ловить рыбу можно также на плавсредствах. Если все-таки выходите на воду на лодках или катерах, необходимо при себе иметь средства спасения. Спасатели обращаются к родителям. Сейчас ни в коем случае нельзя отпускать детей одних без присмотра к водоемам. Где остался лед, выход категорически запрещен, это опасно для жизни. Детям ни в коем случае не отпускать детей, не оставлять без присмотра вблизи водоемов, так как где имеются еще закрайки в некоторых местах, могут подскользнуться, упасть в воду, а вода очень холодная. В связи с тем, что может свести и как и ноги, так и весь организм, поэтому тоже может привести к трагическим случаям. К тому же спасти от беды спасателям будет крайне сложно, ведь если рыбак окажется в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз, а холод будет сковывать движение. Спасти в такой ситуации довольно трудно. Любителям рыбной ловли инспекторы советуют не выходить на водоем в ветреную погоду и в нетрезвом состоянии. К счастью, спасателей нашей съемочной группы во время рейда было все тихо, но опасность сохраняется. Будьте осторожны и не выходите на лед.